Одна из мировых модных столиц стала сегодня средоточием творческих способностей и изобретательности дизайнеров. Миланская неделя женской моды сезона «Весна-лето-2018» в разгаре. Представители домов моды делают все, чтобы впечатлить гостей. И лишь вам решать, кто справился с задачей лучше всех. А сейчас мы хотим познакомить вас с новой коллекцией Эрмана Шервина. Как всегда, романтичной и женственной. Дизайнер поделится с вами секретами своего мастерства. Но эта марка очень популярна в России. Как вы думаете, в чем секрет их успеха? Потому что они минималистичны, максимально комфортны и используют очень высококачественные материалы. Эрмана Шервина это никогда этот дизайнер не делал ни малейшей уступки минимализму и вот такой гендерной неопределенности. Он всегда про женщину, он всегда про Dolce Vita, всегда про итальянскую Dolce Vita. Вот. Это вообще одежда для того, чтобы пойти днем на пляж, потом в ней сидеть, пить красиво просекко, потом куда-то пойти ужинать. В общем, это все про женщину. В одежде, которую создает креативный директор бренда, девушки выглядят элегантно, при этом наряды всегда практичные. Из сезона в сезон Эрмана Шервина радует нас элегантными образами, воплощающими классическое понимание красоты. Уверена, наряды, которые он создает, будут актуальны всегда. Пожалуй, больше всего мне в исполнении Эрмана Шервина нравятся платья. По-моему, такие наряды украшают любую женщину. Все они безупречно скроены, длина всегда идеальная. А еще дизайнер виртуозно работает с кружевом, в этом ему нет равных. Элегантно, утонченно, женственно, классика, но нисколько не банальная. В каждой коллекции есть что-то новое. Я с Сицилии, так что мне особенно нравятся прозрачные кружева. Одежда Эрмана Шервина всегда идеально подчеркивает фигуру. Вторая уже коллекция подряд, которая просто восхитительная. Но здесь очень хорошее сочетание женственности и при этом строгости. Восхитительные совершенно костюмы. Пиджаки с брюками, еще с пальто с летними. Очень красивая коллекция и очень приятная, и вдохновляющая. Это один из тех брендов, которые я готова носить каждый день. Мне кажется, женщине очень важно чувствовать себя очень утонченной, немного сексуальной. Где-то там что-то немножко прозрачное, где-то что-то там блестит. Это абсолютно мои фавориты. Мое внимание привлекли вот эти прозрачные водолазки с полосками под грудью. Мне они так понравились. Совершенно восхитительная коллекция, очень женственная и сексуальная. Мне очень понравилась обувь. Хочу все эти ботинки, и красные, и черные, все. Отдельного упоминания стоят очаровательные кружевные юбки. Больше всего мне понравился белый смокинг. Вещь в моем стиле, с удовольствием бы его носила. Чувственные платья-комбинации впечатлили не меньше.
Эрмана, расскажите, как вы создали такую чувственную и красивую коллекцию? Все дело в настроении, чувствах, любви к женщинам и восхищении их красотой. Отправной точкой стало белье. Платье-комбинация – ключевой элемент новой коллекции. Особое внимание я уделяю силуэтам, я как большой ценитель прекрасного, к крою отношусь ответственно. Что касается цветов, палитра пастельная. Но при этом не слишком романтичное. В сочетании с черным пастельные оттенки выглядят особенно сильно. Надеюсь, мне удалось создать что-то новое. Я вообще всегда устремлен в будущее.